Время вечер. Матвейка одел шапочку, папа тоже. Кто пойдет гулять? Гулять? Ну ты пойдешь гулять. Нет. Снимай, говорит, шапку. Снимай с папой. Да. Снимай. Не может. Не можешь. Может, все-таки гулять, сынок? Здорово натянули, давай не дразни ребенка. Нет, он говорит, свою одену, подожди. Быстро шапку оденет, пойдешь гулять. Да, Матвейка? Ты зачем шапку снял? Да что-то жарковато мне в шапке. Матвеечка, папа твою шапку одевал? На, скажи, папа, одевай. Давай. Ну зачем? Ну, растяну ему шапку-то. Да она ему еще будет, ой-ой-ой, ему еще расти и расти до этой шапки. Это твой размер. Да ну. Я? Что такое, ребенок? Матвей. Это я. О, вот ты вот разговаривать с нами стал? Вот. Как самурай это разговаривает? Ты-то я. Да. Вот так вот. Да. Все, выбросил шапочку. Что, не надо тебе шапочку? На, одевай давай. Давай, как Матвейка шапочку одевает? Ай, деловой. Мы золотой. Мы золотой. Ты с папой? Да. Кто там? Там братик? Братик Даня? Твой любимый братик Даня? Ты любишь братика? Сейчас все, слова кончились. Одни слюни. Слюни у Матвейки так. Куда поехал? Поехали. Папу возьмешь с собой? Нет, он думает. Поехали. Ну ладно, давайте, поезжайте. Уже едем. Давай поздороваемся. Ты че, подавился что ли? Всем доброе утро! У нас начинается утро! У нас начинается утро! Мальчишка мой любименький! Ну, будем убирать? Давай, давай начнем. Давай начнем убирать все. Маме надо все быстро убрать. Потому что у нас выключат в обед свет. Надо нам навести порядки. Навести порядки, чтобы у нас были стирки. У меня уже стирается. Да, мальчишка мой? Так, сейчас все поубираем. Мама. Мама сейчас должна все это быстренько убрать, подмыть пол. Ну-ка, давай. Давай, соберем диванчик. Ну-ка, убирай ручки. Отходи. Оп. Побежали. Паласик собираем. Давай. Матвейка, горшок-то скатывается. Мы с утра ходим на горшочек. Матвейка у нас знает, что такое горшочек. Что мы его притащили сюда, горшочек? Сыненька. Стой. Мама тебя вместе с Паласом сейчас закрутит. Хоп. Садись, мой дорогой. Садись, мама сейчас быстренько пол вымоет. Быстренько все моем. Мама пыль собралась протирать. Быстренько. Быстрехонько надо все сделать, потому что скоро отключат свет. И туда надо идти, сюда надо идти. Все это хорошенько потирать надо. Так, это все выбросить, наверное, или убрать. Нет, не буду выбрасывать. Доллары, денежки, тысячи пригодятся. Будем что-нибудь делать, потом поделочку купим. Так, коробочки для телефона тоже. Так, доллар. Матвей. Что, мой сыночка, ты маме помогаешь, да? Помогаешь маме, мамка, бегать бегом. Пока Стончик помощник маме. Мальчик, мама пыль протирает везде. Везде пыль протерем.
с утра надо всегда пыль протирать. Но не всегда получается. Да? Не всегда получается. А, сейчас как мы напротираем пыль. Везде. Везде, везде протерем пыль. Так, это все уберем. Сына, 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 ты мне уже все моешь там, что ли? Сыненька, сыненька. Сколько всего? Вот так все. Матвейка уже работает. Матвеечка нельзя. По старинке, по старинке. Трогаем наши окна. Надо отрезать нужно. Сейчас. Сейчас. Так, ну что, пыль быстренько протерли. Везде хорошенько. Окошки я газетой нашоркала. Газетой, газетой. Отстиралась бельишко. Пока мне меняют воду, я сейчас быстренько развешаю белье. И начну мыть полы. Вымыть, освежить все. Потому что куча работы, время уже много. У меня остается полчаса. Полчаса, чтобы мне все перемыть. Перемыть, перемыть. Так, поставь, ага, дорогой. Сейчас я быстренько развешаю. И все, и начнем драить. Сиди, мама, руками, кто не помнит, хочет помыть. Быстрее шваброй мою, мою, размываю. Размываю, размываю, размываю. Большие, вот так. Чик-ч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 ик. Сиди, 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 сиди. Сиди, сиди, сиди. Сиди, парень, сиди. Папка палас уже выхлопал. Все, мамке сейчас надо быстро вымыть. Быстро, быстро. Сиди, 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 сиди. Сиди, сиди, сиди. Сиди, моя золотушка. Сиди, парень. Папа, забери его скорее. Мама, мама. Мама сейчас вымоет быстренько все. Хорошенечко. И все. И замечательно. И все будет замечательно. Замечательно. Папка посадил тебя, да? Папа сейчас постелит паласики. Давай, давай. Давай, давай, давай. Опа. Да. Хорошо хлопал? Хорошо. Молодец, молодец. Хлопали. Молодец, свежо на улке, хорошо. Сколько градусов на улке у нас сегодня? 10. Замечательная погодка. Замечательный денек. Что так или подсовывать туда? Так, ты стели до комода правильно-то, до комода? Саша, комоду туда стели, комоду. Да, 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 да. Так, и вот так вот мы вместе, сегодня муж выходной, быстренько сделали влажную уборочку. Да, дорогой? Да. Помощник. Вообще не говори.
рыбонька. Хочу рыбку сделать с лимончиком. Пока у нас свет не отключили, я еще успеваю почистить рыбу. Голову я отрезаю. Она у меня еще, правда, мороженая. Ну ничего. Головешку я ей отрежу. Так вот. Так вот я все это дело вытащу. Будет замечательно. Все надо прочищать хорошенько, потом все это прополаскивать вот так вот хорошо, тщательно. Вкуснятинка, вкуснятинка, вкуснотища. Ну и все, каждую рыбку, рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Готовлю рыбку. Что-то я вчера еще придумала, девчонки, что надо сделать скумбрию в духовке. Давно я ее хотела. Давно. Так, режем лимончик. Режем его на дольки. На долечки. Вот такие долечки. На такие долечки режем лимончик. Так я люблю рыбу с лимоном. Курицу с яблоками. Так, сейчас я нарежу и будем начинять рыбку. Начинять лимончиком. Рыбку, 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 рыбку поднарезали. Поднарезали рыбоньку. У меня сколько рыбок? 5 штучек, 5 рыбонек. Каждому по рыбке. Я давненько не делала. А прошлый раз, когда я ее делала, пальчики облизнули. Ты кушала, дочь? Да. Вкусно было? Да. Виталия понравилось, да, Виталя? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, Виталя, бу-бу-бу-бу-бу. Так, лимончик вставили вот так. Вставили лимончик. Мне еще один лимончик надо. У меня один лимончик ушел на две рыбки. Так что вот так, еще вот так вставляю. Вставляю. Надо посмотреть, тут был у меня еще лимон. Как раз мне, в принципе... На 3 рыбки лимончика мне хватило. Так, на 3 рыбоньки. Получается вот так вот. Вот так. Еще надо лимончик один. Девчонки, это такое объедение. Так, убираем лишнее. И продолжаем. Еще 2 рыбки. Так, ну что, все рыбоньки поперчила, посолила. Лимончиком начинила, духовочку отправляем. Девчонки, вы можете использовать любые ваши любимые приправки. Я делаю просто соль и черный перчик. Так что и лимончик, все, вкуснятина. Рыбонька моя готова на ужин. Вкуснейшая рыбка. Поставим в сторонку. Виталя уже отведал. А у меня, девчонки, форель, и я ее хочу засолить. Засолить, засолить. Мне понадобится соль и сахар. Соль и сахар. Так, и сейчас мы будем... Дай мне ложечку, Марина, пожалуйста. Ложечку, ложечку. Вот ложечку, давай вот эту, да и все. Я сделаю ложку сахара. Так вот. И ложку соли. Так. Так вот. Ложку соли, ложку сахара. Вот так вот. Ать. И вот так вот. Каждый кусочек будем вот так вот делать. С солью, с сахаром. Так. Потому что так хочется, девчонки. Так, тарталеток. Тарталеток я хочу. Или роллы я хочу. И роллы я хочу. Так, еще ложку. И еще ложку сахара сделаю. Потому что у меня тут рыбки-то... Ну, дивненько. Не дивненько, конечно, маловато, но... Так, вот, все перемешаю. В общем, перемешаем, перемнем, натерем, чтобы все у нас было такое, ну, равномерное. Хорошенечко, чтобы все усолело. Усолело, замариновалось.
Так, еще надо будет, значит, еще, да, у меня еще три кусочка. А я прям сейчас сюда вот на эти три кусочка сделаю вот так вот ложку соли. Так, ложку соли и ложку сахара. Итак. Так, Марина, мойку можешь брать. Так, вот так вот, все. Сейчас, в двух посудинках. Вот у меня тут получается тут три кусочка. И тут пять кусочков. Восемь кусочков. Так, сделаем мы все обратно в эту же кастрюльку. Я думала, в чашке. Мы сейчас сделаем сюда. Хорошенько мы все это сделали. Да? Так, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь крышку. Закроем хорошенько крышечкой. Чем-нибудь придавим и оставим это все на 4 часа. А потом уберем на 8 часов в холодильник. Так, крышку надо, нам, наверное, это не подойдет. Но она закроет, просто прикроет. А нам надо, слышь, она просто. А нам надо туда вот так вот сделать. Давай блюдечко. Блюдечко, блюдце. А ну давай вот это вот. Давай, белое, белое, белое. Давай, вот. Оно тоже не подходит. Блюдечко, я говорю, дай мне блюдечко. Это же тарелочка. Белое давай. Все. И поставим. Мы потом сделаем и тарталетки, и роллы сделаем. Во, во, во. Видишь, как хорошо, плотненько. Сейчас надо что-то тяжеленькое приставить. Так что сейчас помою посудку и найду что-нибудь. Так что и будем ужинать. У нас ужин. Девчонки, сели мы ужинать. Да. Ой, сейчас она, подожди. Ты наелся. Виталя покушал у нас. Отец у нас занимается делами там на доме. Я там снимала видео, немножко обоину приклеила, потолки белила. В общем, всякое место я делала. Матвейка с зданий туда ушли. А мы сейчас поужинаем. И я пойду туда. Иду туда, на тот дом. И там тоже буду делать другие дела. Другие. Здесь у меня, в принципе... А, нет, мне еще бабушкой надо заняться. Я еще не занималась. В общем, ну, кому это интересно, никому не интересно вроде как, да? Я уже тут подъела рыбку. Такая рыба, девчонки, я так люблю. Вот она вообще вкуснейшая. Кто любит скумбрию, делайте, девчонки. Делайте. Кому-то может пригодиться. А кто-то уже видел, может, что я делала такую рыбу. Так что, такой вот у нас сегодня ужин. Всем приятного аппетита, кто ужинает. И всем всего доброго! Всем всего хорошего. Спасибо за ваши комментарии. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто зашел впервые. Ну и заходите на мой второй канал «Простая жизнь. Ольга Зауралья». Всем всего доброго. Всем пока-пока. До скорых встреч.